Все. Где там Азис? Несмотря на свое состояние, молодой человек довольно долго умудрялся уходить от преследования полицейских. Однако при ударе о бордюр он пробил колесо и потерял скорость. По словам сотрудников ГАИ, в момент задержания парень требовал назвать причины его остановки, но позже все же взял себя в руки и согласился пройти тест на алкоголь. Допускается 0,160, а тут 0,952. А сколько это примерно в пересчете на алкоголь? Ну, молодой человек говорит, что 2 бутылки. Пиво, да? Якобы. Ну, якобы, да. Уходя от погони на большой скорости, парень за рулем забыл о том, что подвергает опасности и жизнь своей пассажирки. Девушка уверяет, что о состоянии водителя она ничего не знала. Я просто молилась, чтобы он никуда не въехал. Стоит сказать, что в присутствии нашей видеокамеры молодой человек повел себя вполне сдержанно и достойно. Даже действия полицейских он оспаривать не стал. То, что они говорят, вообще во всем правы. То есть выпивали вы сегодня? Да, выпивал, а сегодня сел пьяный за руль. А почему вдруг, если не секрет? Потому что захотел. То есть не побоялись права потерять, да? Нет, не побоялся. Искандер Толбаев, Александр Царегородцев, эфир 24.